Северокорейский спутник крутится на орбите и не может работать, потому что это не спутник вовсе. Это сообщение канала CBS со ссылкой на американские военные источники. То есть Пентагон всячески подает сигналы. Северные корейцы запустили в небо неделю назад не спутник, а некую красную селедку. То есть отвлекали внимание от своей настоящей цели – испытаний баллистической ракеты. Да, Пхеньян сделал то, что он ему запретил своими резолюциями. И это уже осудили и жестко на Совбезе ООН. Да, эксперты подсчитали, вес запущенного спутника слишком мал, чтобы он на орбите выполнял какую-то функцию, а не просто летал камнем. Да, Ким Чен Ын заявил, мы еще испытания готовим, какие, не скажем. На первый взгляд ситуация банальная. Северные корейцы показали зубы, продемонстрировав ракету, которая, по выводам специалистов, может угрожать и Аляске, и Японии, и части России, и даже Ближнему Востоку. А сыграли в результате не на себя. У южных корейцев теперь американцы разместят систему ПРО. Уверяют, для защиты. Но система эта не просто оборонная и покрывает не только Южную Корею. Мой коллега Евгений Баранов наблюдал за игрой и разбирался, в чем смысл у этой азиатской многоходовки, повод для которой дал Ким Чен Ын. И почему разыграли ее так быстро, будто только и ждали этого повода. С того момента, как четверть века назад отношения в мире вновь выстроились в соответствии с тем, кто и какое место занимает в пищевой цепочке, осуждение кем бы то ни было поступков таких стран, как Северная Корея, заведомо содержит в себе элемент лукавства. Все, без исключения, прекрасно понимают, что ядерное и ракетно-космическое хулиганство Пхеньяна не от хорошей жизни. Что бы ни говорили, это не звериный оскал тоталитаризма и не попытка мнимой мощью зомбировать собственное население. В основе того, что вытворяют северокорейские власти, инстинкт самосохранения, глухой к аргументам и доводам здравого смысла. Дело в том, что корейцы были, прямо скажем, напуганы развитием событий в Югославии, потом в Ираке, ну и затем в Ливии. Они увидели, что международное сообщество, международное право и Совет Безопасности не может защитить те страны, которые подвергаются агрессии США и их союзников. И корейцы избрали такой путь. Среди всех стран региона Северная Корея в наименьшей степени заинтересована в раздувании здесь какого бы то ни было реального военного конфликта. При любом его сценарии это самоубийство, в первую очередь для самого Пхеньяна. Отсутствие денег и санкций, наложенные Советом Безопасности ООН 10 лет назад, лишили Северную Корею возможности отвечать на растущую военную мощь родственников с юга гонкой обычных вооружений. Меж тем, Южная Корея стала крупнейшим в мире покупателем оружия. Только в 2014 году Сеул накупил его почти на 8 миллиардов долларов. Добавим к этому американские военные базы в Южной Корее и Японии и второй флот США. Пхеньян настаивает на подписании мирных договоров с соседями и с Вашингтоном без предварительных условий, после чего готов отказаться от ядерных авантюр. Однако Белый дом упорствует в том, что какие бы то ни было переговоры станут возможны лишь после того, как Северная Корея полностью разоружится. В воскресенье Национальная администрация КНДР по космическому развитию сообщила об успешном запуске спутника для наблюдения за поверхностью Земли Кванминсон-4. Спутник уже выведен на околоземную орбиту. Запуск северокорейской ракеты, наделавший столько шума, стал еще одним намеком Пхеньяна. Затягивать с переговорами бессмысленно. Чем дальше вы тянете с миром, тем лучше мы готовы к войне. С точки зрения северокорейского руководства все вроде бы логично. Там прекрасно понимали, какой шум поднимется в Сеуле, Токио и на Капитолийском холме. Однако явно просчитались, рассчитывая на негласную поддержку из Москвы и Пекина. Реакцию Министерства иностранных дел Китая зачитали дикторы по центральным каналам телевидения. Китай выражает свое сожаление, что КНДР, несмотря на протесты международного сообщества, осуществила ракетный запуск. Китай считает, что КНДР имеет право на мирное использование космического пространства, однако в настоящее время это право КНДР ограничено резолюцией Совета Безопасности ООН. Российское министерство иностранных дел выступило со специальным заявлением, из которого следовало, что Москву не столько волнуют северокорейские ракетные эксперименты, сколько последствия, к которым они непременно приведут.
Вынуждены констатировать, что Пхеньян не прислушался к призывам международного сообщества, в очередной раз продемонстрировав вызывающее пренебрежение нормами международного права. Очевидно, что такие действия ведут к серьезному обострению ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом, играют на руку тем, кто делает ставку на блоковую политику и наращивание военного противостояния, наносят серьезный ущерб безопасности государств региона, в первую очередь самой КНДР. Кто же это те, кто делает ставку на наращивание военного противостояния? Среди невероятного шума, вызванного северокорейским ракетным пуском, четко прозвучало следующее. Вопрос о размещении в регионе американской системы противоракетной обороны отныне будет решен. В ближайшее же время в Южной Корее должны появиться элементы просоединенных штатов. Та же самая схема совсем недавно была использована Вашингтоном в Европе. Только тогда причиной размещения американских ракет вдоль российских границ был Иран. Настоящей же целью, конечно, была Россия, ведь программу размещения ПРО в Восточной Европе никто не отменил и после того, как Тегеран перестал быть этой угрозой. Теперь американцы нашли нового врага, на этот раз на Дальнем Востоке, и лучшего подарка им, чем северокорейские ядерные испытания и пуски ракет, трудно было себе представить. Мы видим то, что происходит в Европе. Военный блок, его НАТО, его инфраструктура продвигается к российским границам. В Европе то же самое пытаются сделать и в Азии, только с учетом еще китайского фактора. Задача американцев с помощью нераспространенческой тематики, нераспространенческой проблемы сломать северокорейский режим и выйти на сухопутные границы Китая и России в Азии. Таким образом, становится понятно, почему северокорейские провокации вызвали такое недовольство в Москве и в Пекине. Иранская угроза, которую американцы использовали для установки ПРО в Европе, с самого начала была очевидным мифом, что позволяло нам открыто протестовать. Однако действия Пхеньяна лишают нас таких аргументов и позволяют американцам, прикрываясь лозунгами борьбы за нераспространение ядерного оружия и средств его доставки, беспрепятственно наращивать свое военное присутствие в регионе. Как говорят, в таких случаях дьявол в деталях. И прямо скажем, те системы, которые нужны для крошечного количества корейских, весьма несовершенных ракет, и эти системы могут использоваться для перехвата сразу после пуска, это не те системы, которые будут эффективны против Китая. Но, с другой стороны, мы знаем по опыту американского ПРО в Европе, лиха беда начала. И поэтому, конечно, я уверен, что если какое-то американское ПРО появится в Южной Корее, то это будет фактором, осложняющим американо-китайские отношения. При всей своей экономической взаимосвязанности отношения между Вашингтоном и Пекином с каждым годом все более сложны. И в немалой степени из-за конкуренции в Тихоокеанском регионе. Любое изменение баланса сил здесь очень болезненно для Китая. Очевидно, что США не упускают шансов, которые им подбрасывает Пхеньян своей опасной игрой в самооборону. Пекин же, не желая сдавать своего союзника в регионе, не имеет на свою беду реальных способов его вразумить. И рычагов реальных влияния у китайцев нет. Потому что, скажем, сокращение поставок нефти или другие экономические меры, ну, фактически экономическая блокада КНДР, была бы для Китая невыгодна. Теоретически это может привести к падению режима, к хаосу. И тогда возникнет наихудший сценарий не только беженцы на территории Китая, но и возможное падение режима объединения Кореи на южнокорейских условиях. То есть фактически выход американских войск на 1500-километровую китайскую границу. То есть это было бы стратегическим поражением Китая. Таким образом, на данный момент ситуация тупиковая. Война на Корейском полуострове закончилась еще в 1952 году, а американская армия все еще здесь повсюду. Выходом из положения могли бы стать международные переговоры, где с южной стороны условием стал бы отказ Пхеньяна от ядерного оружия, а с северной – гарантии вывода из региона американских войск. Однако парадокс в том, что единственная страна, кроме, разумеется, самой Северной Кореи, которую вполне устраивают ядерные демарши Пхеньяна, это Соединенные Штаты Америки. Евгений Баранов, Евгений Марузькин и Андрей Маслихов. Воскресное время.